Добрый день, уважаемые коллеги! Добро пожаловать на наше трейл-рандеву. И тема сегодняшнего выпуска – Fun & Sun, круиз и отели Fun & Sun. И у нас в гостях менеджер контроля качества Наталья Гревцева. Наталья, здравствуй! Привет, Сереж! Добрый день, дорогие зрители! В этом году у туроператора Fun & Sun появился новый формат отдыха, называется Fun & Sun круиз. И все туристы, которые посетили наши круизы, остались в полном восторге. Расскажи для тех, кто не был еще на круизе, что их ждет и что такое вообще речной круиз от компании Fun & Sun. Ну, круизы, особенно формат отдыха Fun & Sun круиз, это настоящее путешествие по рекам России. Наши туристы, которые уже попробовали на себе данный формат отдыха, путешествуют на современном теплоходе по рекам России. Они живут в современных просторных каютах, и у них есть уникальная возможность попробовать блюда авторского меню, подготовленное специально для наших гостей. Ну и, конечно же, на протяжении всего маршрута они посещают самые красивые города нашей страны, самые интересные уголки, посещают экскурсии и принимают участие в разнообразной, интересной программе развлечений от нашей арт-бригады. Ну, как вы видите, круиз – это настоящий мир, настоящее путешествие. Да, я сам лично, кстати, посещал данный теплоход и гулял по нему, да. И очень сильно пожалел, что я в мае не взял отпуск. Я бы с удовольствием отправился бы на этом теплоходе. Я тебя прекрасно понимаю. Хорошо, вот другой вопрос. Многие, у кого-то есть свои страхи, да? А есть ли топ какой-то, что ты сейчас развенчаешь их, и не стоит бояться людям отправляться плавать на теплоходе данном? На самом деле мы можем выделить, наверное, три таких основных страха пассажиров, наших будущих гостей, которые еще не были в круизе. Ну, первый, наверное, это качка. Когда наши гости, наши туристы думают о круизе, они представляют, что есть качка. Но это не так, потому что, во-первых, все наши маршруты проходят по рекам России, и там нету такого сильного волнения. Ну и, конечно же, наш теплоход оснащен самым современным оборудованием против качки. И когда вы идете в рейс, идете в плавание, вы порой даже забываете, что находитесь на теплоходе, вот настолько это комфортно. Так что все, кто переживает, что их будет укачивать, не переживайте. На теплоходе Fun & Sun Cruise Нижний Новгород очень комфортно. Это один из мифов, один из страхов. Ну, один из главных таких, что все переживают. В первую очередь, да, и вспоминает, да, качку. Да, наверное, один из главных. Но есть еще, наверное, два, с которыми мы очень активно боремся. Ну, такой страх номер два – это что это старые каюты. У многих наших пассажиров, у наших гостей есть предубеждение, что круизы – это старые, несовременные каюты. Они смотрят, когда рассматривают круизы, какие-то фото, и у них сразу предубеждение. Так вот, мы можем развенчать этот миф, потому что наш теплоход прошел реновацию в 2019 году, и наши гости живут, как я уже сказала, в современных каютах, еще и увеличенной площади. Каюты располагаются на четырех палубах, и наши гости могут выбрать ту категорию, которая им подойдет. Ну, конечно же, все каюты у нас оснащены душевой комнатой, и это современный стильный дизайн. Так что про старые каюты миф мы развенчали. Ну и, конечно, наверное, третий миф, который мы можем выделить, это то, что на круизах скучно, и что это, скажем так, для людей уже пенсионного возраста. На самом деле нет, круизы – это весело, круизы – это увлекательно и это современно. У нас продуманная программа развлечений для всех возрастов, и на самом деле наша целевая аудитория нашего теплохода – это в основном семьи с детьми и пары. Так что наша арт-бригада будет увлекать всех наших пассажиров в интереснейшие развлечения, приглашать на активности, и круизы – это весело и совсем не скучно. У меня тоже такой же был стереотип, кстати, насчет кают, что они простенькие, старенькие и так далее. Но когда был на экскурсии Fun & Sun Cruise Нижнего Новгорода, да, тоже развенчался этот… Современные светлые конечно, каюты. Конечно, конечно, да, очень удобные и даже… Очень понравились. И еще плюс, еще каждую неделю я смотрю, многие агенты, которые были на этом теплоходе, оставляют только самые теплые отзывы
как им все понравилось, от самого корабля до развлечений и питания на нем. Да, ты совершенно прав. Хотела бы тут еще больше сказать, добавить по поводу отзывов. Каждый день получаем обратную связь от наших гостей, пассажиров. И, конечно же, хотим отметить, что гости в полном восторге. Даже звучит очень часто такая фраза, что они не ожидали такой уровень сервиса в России. И можно сказать, это четвертый миф, который мы развенчиваем, это высокий уровень сервиса. Ну и, конечно, могу отметить, что гости особо тепло отзываются о нашей команде, о арт-бригаде и о наших музыкантах, которые развлекают наших гостей. И, конечно же, про питание. Питание у нас, как я уже сказала, это авторский подход к меню. Это заказное питание, то есть гости каждый день выбирают блюда на следующий день. И они отмечают, что это вкусно, это интересно, и они даже не могли такое предположить, то есть не ожидали такого сервиса на теплоходе. Ну и, наверное, еще один такой пункт отзывов – это детский клуб «Тукан». На нашем теплоходе 7 дней в неделю работает детский клуб «Тукан» для маленьких гостей от 4 до 12 лет. И гости тоже отмечают, что это очень приятный сервис, потому что они могут заняться своими делами, то есть принять участие в инициационных активностях, а дети также развлекаются, наслаждаются данным круизом, но уже со своими сверстниками и аниматорами в детском клубе. Так что по отзывам только положительная обратная связь, и многие агенты, которые уже были в рейсах, бронируют на июль, на август уже для себя и своих родных. Это же здорово. Это самая лучшая реклама. Да, согласна. Тогда расскажи, на что нужно вообще обратить внимание при бронировании Fun & Sun Cruise Нижний Новгород? Да, мы особо рекомендуем, чтобы ваш рейс, ваш круиз был максимально комфортным и без каких-либо шероховатостей, обратить внимание на следующие пункты. Ну, наверное, первое, что очень важно, это каюты. При бронировании наши гости, ну, соответственно, и агенты выбирают конкретную каюту, конкретный номер. То есть не просто категорию каюты, а конкретный номер. То есть они выбирают палубу, какое размещение им необходимо. Также на нашем сайте мы очень подробно расписали каюты, то есть начиная от площади и спальных мест, чтобы отдых наших гостей был максимально комфортным. Ну и, конечно, еще несколько пунктов, на которые очень важно обратить внимание. Это маршруты и продолжительность наших рейсов. Наш теплоход Fun & Sun Cruise Нижний Новгород отходит из таких портов, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. А продолжительность рейсов зависит от маршрута и может быть от 2 до 7 дней. Так что обязательно советую заходить на наш сайт, читать описание рейсов и остановки, чтобы вы уже могли максимально спланировать отдых, было представление, в каких городах, какие стоянки и на какие экскурсии вы можете отправиться. Ну и, наверное, третий момент, на который тоже очень важно обратить внимание, что взять с собой в рейс из одежды. Кстати, хороший вопрос. Да. Обязательно смотреть надо на продолжительность круиза, на погодные условия региона, в который вы отправляетесь в рейс. Ну и, конечно же, мы очень рекомендуем брать с собой торжественные наряды, потому что на нашем теплоходе у нас есть два торжественных ужина. Первый приветственный, это в первый вечер нашего плавания, это торжественный ужин от туроператора Fun & Sun. И в заключительный вечер, это уже добрая традиция круизов, капитанский ужин, и как раз в этот ужин вся команда, и в том числе капитан, выходит к нашим гостям. Собственно говоря, чтобы поддержать торжественность момента, рекомендуем нашим гостям позаботиться о торжественных нарядах. Не теплоход, а просто один сплошной праздник. Согласна полностью. Отлично. А теплоход сам называется Нижний Новгород, но это не значит, что он отправляется только из этого города, я же правильно понимаю, потому что да. Ты озвучила несколько городов. Все верно. Теплоход у нас называют Fun & Sun Cruise Нижний Новгород, но отходит он совершенно из разных городов, как я перечислила, это Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Ну а как мы знаем, название теплоходов – это добрая традиция, то есть мы знаем такие теплоходы, как Санкт-Петербург, либо теплоходы, которые посвящены великим музыкантам, поэтам, писателям. То есть Нижний Новгород – это не только пункт отправления нашего теплохода.
Ты назвала несколько городов отправления. Какие самые популярные маршруты ты порекомендовала бы? Ну, в ближайшее время у нас очень популярные маршруты. Это из Москвы в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Москву и кольцевые маршруты Москва, например, Москва, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург. Я очень настоятельно рекомендую нашим агентам присмотреться к данным маршрутам, потому что на самом деле это уникальная возможность, во-первых, увидеть две столицы нашей страны, Москва и Санкт-Петербург. Насладиться природой этого региона, она действительно потрясающая. Ну и, конечно же, посетить самые интересные, самые знаковые места данного региона. Это и города Золотого кольца, и также такие интересные места, как Кижи, Валаам. То есть, когда мы говорим о данном маршруте, мы сразу представляем достопримечательности, данную местность, и сразу рисуется картина, что мы можем посмотреть. Это точно. И больше скажу, у нас уже были рейсы по данному маршруту, и наши гости остались в полном восторге не только от прекрасных пейзажей, потрясающих закатов, которые на реке еще более яркие, еще более впечатляющие, но и, конечно, от экскурсионной программы по таким знаковым местам. Так что я рекомендую присмотреться к данным маршрутам, но и не забывать, что, конечно же, у нас также есть рейсы Казань, а это тоже прекрасное место, прекрасный город со своими историческими достопримечательностями. Ну и на протяжении всего маршрута мы также посещаем много интересных городов, такие как Ярославль, Астрахань, Пермь. Так что советую посмотреть все наши маршруты и выбрать самый интересный именно для вас. Подытожим, на любой вкус и цвет найдется свой маршрут для своего гостя, туриста, да, на этом теплоходе. Согласна. Теперь перейдем от круизов к отелям Fun & Sun. Расскажи, где рекомендовал отдохнуть нашим туристам в России и за границей? На самом деле уже лето в разгаре, и каникулы тоже уже в самом разгаре. Поэтому предлагаю рассмотреть отели для семейного отдыха и начать с России. Как мы уже анонсировали, я думаю, наши постоянные зрители знают, в России у нас работают отели с детскими клубами «Тукан». А что это значит? Это классный отдых для семей с детьми. Детей мы отправляем в детский клуб, где они встретят своих ровесников, аниматоров и будут увлечены на 100% интереснейшей программой развлечений. Ну а в это время родители смогут отдохнуть, немного расслабиться и переключиться от бытовых забот. Собственно говоря, в России у нас работают два отеля с детскими клубами «Тукан» в Анапе. Это отель «Совгранд», который находится в поселке Витязево. И отель «Гранд» отель «Анапа» непосредственно в Анапе. Но если мы переносимся в Сочи, то это тоже уже такой известный отель «Акваград», который находится в районе Ло, и в котором также работает наш детский клуб «Тукан», который принесет массу положительных эмоций и взрослым, и детям. Ну и мы переходим уже в Сочи и в район Адлера. 1 июня там открылся наш первый отель по формату отдыха Fun & Sun Smart «Охотник отель», в котором также работает наш детский клуб «Тукан». То есть, как мы видим, на побережье Черного моря действительно есть из чего выбрать. Ну и если мы переносимся уже за границу, то начнем, наверное, с Турции, где работают два отеля по формату отдыха Fun & Sun Family для семейного отдыха. Это отель в районе Текирова, в одном из самых зеленых мест, наверное, в регионе Анталии. Мне он очень понравился, кстати. Вот я Fun тоже был... Sun Family Club Сапфир. Да, вообще. Потрясающий отель, потрясающая зеленая территория и уникальное место в окружении сосновых лесов. Но и в районе Белек наш отель Fun & Sun Family Life Белек тоже порадует наших гостей классным сервисом, отдыхом и детским клубом «Тукан». Но из Турции мы прилетаем в жаркий Египет, где 365 дней в году работают также наши отели. Для семейного отдыха отели на курорте Хургада и Шарм-эль-Шейх. На курорте Шарм-эль-Шейх это отель Fun & Sun Family Albatross Palace. И на курорте Хургада Fun & Sun Family Aqua Vista и Fun & Sun Family Bellagio Resort. Также семейный отдых, семьи с детьми приглашаем на отдых в наши отели.
Ну, а компании, пары и всех туристов, кто любит зажигать с утра до вечера, шумные вечеринки, но при этом и сочетание такого релакс-отдыха, у нас работает отель Fun & Sun Active на Amaways на курорте Шарм-эль-Шейх. Так что, как видите, можете выбрать любой отель, в зависимости от того, какой отдых вы хотите, семейный или более активный. Дорогие зрители, мы приглашаем вас и ваших туристов в наши отели Fun & Sun в Турции, в Египте и в России. Приезжайте к нам и проведите свой классный отдых вместе с туроператором Fun & Sun. Да, дорогие друзья, дорогие коллеги, до новых встреч и отличных вам продаж. Всем пока! Всем пока!